Всем привет! Приветик! Здравствуйте! В нашей школе нас учат разные учителя. Это классные руководители, учителя-предметники, специалисты. В основном это женщины. А давайте создадим коллективный портрет счастливого учителя, счастливой женщины, чтобы в нем сочетались все лучшие качества наших любимых учителей. Вот это идея! Приступим! Что же лучше наших учителей и работников центра? У директора нашего центра Волынчук Милы Николаевны мы возьмем энергичность и эмоциональность. У завуча по начальной школы Доблянцевой Марины Сергеевны мы возьмем строгость, но строгость справедлива. У завуча по дистанционному обучению Большой аудитории Валентиновны мы можем взять ЭКТ, компетентности. Креативности обязательно позаимствуем у Андреевой Юлии Дмитриевны. Очень хороший в нашем центре Мирошкина Марина Викторовна, учитель начальных классов, и Иванова Елена Валерьевна, дефектолог. А вот такое качество характера, как доброе, отметили в себе несколько учителей и работников центра. Гагарина Ирина Викторовна, Мюшкова Ольга Сергеевна, Кокорина Татьяна Владимировна, Фрушукова Екатерина Сергеевна, Дрозе Марина Владимировна и Матвеева Светлана Викторовна. Еще немного справедливости добавим от Боброва Елены Валерьевны. Это мой классный руководитель. Ответственности добавим от психологов Сипягиной Анны Владимировны и от классного руководителя 3 А-класса Петровой Елены Викторовны. Решительности нужно взять у Рязанова Натальи Ивановны. Все меры терпимости обязательно используются у Бабайловой Дарьи Сергеевны и Кузнецовой Татьяны Владимировны. Весельем щедро с нами поделится Бойкова Елена Сергеевна, психолог и воспитатель группы «Добролюбного дня», и секретарь Захарова Виктория Владимировна. Немножечко взрывного характера мы обязательно возьмем у нашего классного руководителя Некрасовой Нины Геновны. Честно говоря, мне иногда кажется, что она вот взорвется, но, к счастью, это только кажется. Размерности у Внуковой Татьяны Анатольевны, дефектолога. Бдительности у боксера Евсеева Юлии Ивановны. Спортивности у Чтырёва Светланы Николаевны. Вот такой портрет современной женщины у нас получился. Праздником весны, дорогие учителя и работники центра. Любви, здоровья и хорошего весеннего настроения. С праздником! Всем пока!